В Нижний Тагил доставлен подозреваемый в совершении разбойного нападения на салон связи на проспекте Ленина, 57. Его задержали по приметам на одной из станций московского метро. На розыск подозреваемого в тяжком преступлении мужчины были ориентированы все дежурные наряды. Ориентировки направили в отделы внутренних дел по всей стране. Фотографию подозреваемого в нападении опубликовали в средствах массовой информации для привлечения внимания общественности. В минувшем декабре неизвестный в маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил мобильные телефоны на сумму 200 тысяч рублей. Нападение зафиксировала камера видеонаблюдения. Как удалось установить, подозреваемый – 23-летний житель Среднеуральска, ранее судимый за аналогичные преступления. Мужчине предъявлено обвинение в разбое, предусматривающее наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В качестве меры пресечения суд избрал заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.